летнюю резиденцию короля. Тут очень часто бывает. Но мы тут уже были, проезжаем мимо. Автобусов нет туристических. Раньше всегда автобусы стояли. Угу. Сейчас только это местные. Так, едем сегодня в те места, где мы тут еще не были. Хотя это рядом с нами совсем. Совсем рядом с нами. В таких удебях. Уже осталось 100 метров нам до точки. 100 метров до точки. Старые дома здесь стоят. О, Тильхёгер. Справа. Вот здесь мы сейчас припардуемся и пойдем. Вот тут одни. А может туда? Нет, тут стоянка для... Прибыли на место, которое мы заранее сегодня спланировали. Тут стоянка для одной машины. Так, сейчас мы будем разведать, в какую сторону можно идти. Приват. Де форбюден отвара по инсиден австакетет по де мюкестуре рис. Ага, это частная территория, и внутрь ограды лезть нельзя, потому что там опасно. Очень большой риск, что произойдет какой-то обвал. Но мы сейчас найдем место наверняка. Проехали мы еще немного вперед. И здесь вот, оказывается, можно пройти уже так. Что-то написано. Forbidden, Incident. Написано то же самое, что заходить сюда за ограду нельзя. Но мы все-таки идем сюда. Ну, сделано с целью безопасности людей. Можно даже вот сюда залезть. Можно теоретически. Но здесь я вижу камни реально такие растрескавшиеся. Ух ты, красота какая. И да, реально есть риск обвала, конечно, это понятно. Да. Для Швеции это фактически как метеоры в Греции. Представляешь, тут еще монастырь на вершине построить, если... Ну, здесь написано, что вот это место очень популярно было при снятии каких-то фильмов. И вот, в частности, фильмы, которые здесь снимались. Вот, видите, да, по годам даже. Вот первый фильм в 69-м году был снят. Вот так вот. Очень впечатляющий вид для Швеции. Такое необычное, я бы сказал, внутреннее озеро, глубокое. И, возможно, в нем водится какое-нибудь лохнесское чудовище, похоже на то. Озеро непонятного происхождения. И вода выше уровня моря. А здесь кто-то сделал место для гриля. В 1884 году здесь начали резать гранит для мощения стокгольмских улиц.
местные, похоже, приходят сюда, как на пляж. А здесь продолжение этих каменоломен. И, как я понял, вот здесь они где-то спускали добытый камень на воду, и по воде уже перевозили его в Стокгольм. Сейчас мы попробуем спуститься туда. Вот, сейчас мы спустились ближе сюда к воде. И здесь вот находится такой небольшой поселок с очень старыми домами еще тех времен. Сейчас пройдемся по нему. В общем, мы находимся сейчас вот здесь вот. Эти дома начали строиться с 1884 годов. Вот здесь работали, то есть жили и работали люди, которые добывали гранит. Вот посмотрите, какие тут домики. Какая природа. Это, похоже, древние холодильники, где они хранили продукты в таких подземельях. И они даже под номерами. Единственное, замки здесь современные, а так... Даже ручка деревянная, старая. Это не приватные, это... Приватные, это все приватные. Да, но здесь для туристов, в принципе, вот эта вот дорожка, она и предназначена. Короче, это этот поселок, он был самодостаточный. У них тут все было. У них вот с 1884 года они имели и магазины, и вот здесь они лодки строили, ремонтировали. Магазины, продукцию делали какую-то. У них даже стирка была общественная. Ну и общественная жизнь разная они там устраивали. Эти сборища, посиделки всякие, развлечения и так далее. Написано, ездить тут аккуратно, потому что у нас тут дети шастают. О, смородина черная и красная уже, можно сказать, уродилась. Так, попробую зайти сюда. Огромождение камней и стен каких-то. Здесь написано, риск обвала камней. Типа, не рекомендуется сюда заходить. Но ради вас я иду сюда. Рискуя конкретно. Вот эта стена так мощно выложена. Эта стена, естественно, без всякого скрепляющего состава. Вот видите, тут такие балки, это тех времен, по которым тут сплавляли эти телеги с камнем. Дальше грузили на барже, его увозили куда надо. Ну так это выглядело. Вот, и туда это самое. Вот такие чуваки долбали камень и вывозили его в нужные места. Сейчас в этого детка увеличу. Он все равно не поймет, что я его снимаю. Подъезжаем ко второй точке нашего. Это называется Сонга Чирка. И сейчас мы вот сюда куда-то припардуемся. Вот добрались мы до Сонга Чирка. Фэрингхё Форсемлинг. Это остров. Видите, мероприятия всякие. Не буду читать, но мероприятия проводятся здесь. Заценим двери. Видите, многократно уже крашеные, многократно. Все это кованое, все кованое, старинное. Видите, ключ какой здоровенный был. Все в оригинале, все в оригинале остается. Ну вот сразу вот входим, видим даты 1816-1863, видите. И вот такой вид. А ехали мы вот оттуда. Вот. Они, как правило, однотипные, эти церкви, но это не новоделы, это все тех веков, 18-17, еще там раньше века есть.
все это обухожено. Единственное, здесь крыша металлическая. Раньше была черепичная. А так все тут натуральное. Смотрите, какой крест родился 25 декабря 1765, умер 1835. Ну и, соответственно, тут около церкви живут люди в таких домах примерно тех же веков построек. И вот тут рядом с церковью, смотрите, как у них мусорник интересный, чистенький. Это для горючих всяких, это называется пласт, дерево, бумага, текстиль, ну и разные горящие, что да. А вот это компост, это цветы, это самое, земля, растения всякие. Но здесь написано «эй, глаз», то есть не ложить стекло, керамику, разные электрические супер. Вот тут у них вода есть опять же, да. Поливальные всякие штучки. Вот. Это мусорник такой. И сейчас посмотрим вот это место, что это такое. Вот. И мы сейчас зашли в это место. Это называется Менеслюнд. Место, где поминают людей без могил. То есть и по желанию тут можно хоронить в таком месте, в таком лесочке пепел захоранивается. Вот в этом лесочке. Вот за этим колоколом захоранивают людей. Самое интересное, что здесь такое металлическое дерево вот с такими золотыми, серебряными листочками. И здесь написано имя, фамилия, даты смерти, рождения людей, которые захоронены вот в этом лесочке. Ну, пепел их, короче. Вот это очень модно и популярно в Швеции. Вот, а это колокольня, типичная для старых времен Швеции. Вон там два колокола старых-старых, позеленевших уже, потемневших, позеленевших от старости. Но все в рабочем состоянии. И вот что интересно, вот в такой глуши тут вообще людей это раз-два общался. Вот смотрите, даже здесь есть вот такие оригинальные светильники, и они работают уже, еще светло относительно, но они работают, все работают, везде лампочки горят. Где вы еще такую красоту увидите? Только сейчас собрались уезжать, я обратил внимание вот на это вот окно. Видите, да? Кованая решетка и древние слюдяные, вот эти слюдяные стеклянные окошки. Все сохранилось, удивительно. Здесь электронная охрана уже к нам подъехала, наблюдает за нами, что мы тут делаем. Должна быть проволока где-то там быть. Она зеленого цвета обычно. Сейчас он должен остановиться и развернуться. Ферма. Трактор стоит. Дальше начинаются поля. Ой, искры старинные. Необозримые шведские. Поля. Да уж какие-то мне обозримые. Все, даже очень обозримые. Все можно обозреть. Это когда мы на поезде ехали в Мюнхен, Зальцбург, вот там были необозримые. А здесь возможно, здесь лягушки есть, да. Дворец, и похоже, там никто не живет. Такое громадное здание. Ни одного человека, и все закрыто. Но мы сейчас все равно сюда заедем. Так, где у них стоянка? Ух ты, слева хорошие звезды всякие. Ага, вот сюда. Криминал Ворден налево. Знаешь, такое
Тюрьма. Но здесь стоянка 12 часов. Все можно, нет проблем. Причем бесплатно. А куда ты едешь? Такие прямо мощные, да. Скотобазы. Белохматые. Если их разозлить. Увеличить. Такой бычара, башка кудрявая, мощный. Вот из него тулуп хороший получится. Ай, живодер.